сидим на кухне за обеденным столом. Вот пьем, да вспоминаем то да сё. Как мама сыпала горох с горницы. Даша, ты сейчас здесь зачем? Вот это вопрос. Извини, пожалуйста, что я так спрашиваю. Просто... Ну, ты же знаешь, я человек прямой. Знаю. Был бы кривой, я бы, наверное, сейчас с тобой здесь не сидела. Вот. Я к этому и веду. Так ты сейчас здесь со мной? Ну, конечно, а с кем еще? Ребят, закурить не будет? Мы не курим. Ты как относишься к тому, что между нами происходит? Ну, в смысле, у нас... Ну, это самое... У нас... Как это сказать? Фу. Пошли вечером с нами. У нас тут одно дельце запланировано по очищению генофонда. Мне сегодня не получится. Как знаешь. Надумаешь, скажешь. Вообще, я хотел отдать книжку, которую мне дали. Да ладно, потом отдашь. Иди разминайся. Давай. Ну что, выяснил? Лёха, парень не то что слежку, нос своего не видит. Давай им тяни, рассказывай. Ну, кудрявый там один, с его девкой гуляет. Тут во дворе неподалеку тусуется со своими. Че, реальный боец? Черт его знает. Их там двое таких, одинаковых. В каком смысле? Ну, типа близнецы. Так вот нам нужен тот, который с девчонкой с такой симпатичной ходит. Ладно, разберусь. Мы с тобой? Не, не надо. У вас на сегодня свое дело. Тебе важно, чтобы это как-то называлось? Нет, конечно, что ты. Хотя ты знаешь, наверное, все-таки важно. Слав, а к чему ты клонишь? Даш, я привык называть вещи своими именами. И что же? Даша, когда ты уже... Когда мы уже... В общем, когда ты поднимешься ко мне погреться? Когда замерзну. Понятно. Ребят, понимаю, что не вовремя. Земляк, может тебя на минутку? А в чем дело? При девушке неудобно говорить. Братан, помощь нужна. Я заплачу. Сколько еще? Все, последний. Куда ставить, сюда? Давай сюда. Видишь, как мы вдвоем быстро управились. Один бы я полдня таскал. Спасибо. Ну что, заплатить? Да нет, не надо что-то. О, вот и Кирюха. А у нас тебе подарочек. Давай, блудный сын, действуй. Вот он, твой враг. На блюдечке с голубой каемочкой. Понял. Ладно. Проехали, я пойду. Ты куда? Я к Даше, она, наверное, волнуется. Ты не говори ничего. Некрасивая история. Да ничего не собирался говорить, чего ребенка волновать. Все. Здрасте. Здравствуйте.
Вы к директору? Да, у себя. У себя. А по какому вопросу? По-серьезному. Прямо и налево. Бывал уже. А по утрам наша милиция ходит в школу. Поэтому наша милиция самая грамотная милиция в мире. Посмотрим. Свечи с ярким светом. Да-да. Стены, дверь. О, моя милиция меня бережет. Доброе утро, Борис Максимович. Доброе. Хотя, когда милиция с утра в школе, утро не такое же доброе. К сожалению, вы правы. Так что я сразу к делу. Да, слушаю. Вчера вечером в нашем районе разгромили ларек. Его хозяин, владелец, армянин, жестоко избит. Да вы что? А наша школа какое отношение? А, наверное, кто-то из ребят мог что-то видеть, да? Если бы. Похоже, что на этот раз в нападении принимали участие ваши ученики. Ну что, нет, я это категорически исключаю. Вот. Это было найдено на месте преступления. Ну, товарищ милиционер, чуть-чуть двиньте куда-нибудь вправо-влево, ну не... Ну что ж такое, а? Ну на самом интересном месте. Либо монитор отключается, либо спина в милицейской форме во весь экран. Подождите, вы что, уверены, что он участвовал в нападении? Я не уверен, но проверить должен. Вот это правильно. Сначала проверить, а уже потом, если честно, я уверен, что Кирилл к этому никакого отношения не имеет. Но уроки еще не начались, мы можем сейчас поговорить. Хорошо. Пойдемте. Ну точно. Не, как я сам не догадался-то, это же речь идет об Игнатьеве. Что ж с парнем творится-то, а такое? Кирилл, привет. Книгу дашь почитать? А? А это что такое? Учебник физики. Кирилл, ты не понял. Дай мне ту книгу, которую вчера читал. Ну, я вчера много перечитал. Какую именно? Биология, химия, что? Чего ты прикалываешься, а? Ну, ту, которую на Литре читал. А эту? А зачем тебе? Ну, как зачем? Интересно. Там нет ничего интересного. Кирилл, я же свой парень. Я позырю и отдам. Вы что ли от меня? Кирилл, я тебе вот что скажу. Ты вчера так круто на училку по литературе наехал. Я тебя раньше-то уважал, а теперь еще больше начал. Спасибо. Книгу дашь? Нет. Почему? Потому что она не моя. Ну, Кирилл, ты меня знаешь. Я почитаю и отдам. Знаю, поэтому не дам. Обижаешь меня, да? Нет, потому что я забочусь о тебе, неразумном. Ты домашку сделал? Не, не сделал. Извините, Генрих Эбельевич. Садитесь, ребята, не вставайте. Игнатьев, выйди на минутку. Вот, познакомься. Это наш участковый. Александр Викторович Седых, у него есть тебе пару вопросов. Здравствуй, Кирилл. Здрасте. Скажи, пожалуйста, ты случайно не помнишь, что ты делал вчера вечером, часов в 11 или около того? Я дома был, читал. Ага. А еще кто-нибудь в это время был дома? Да, папа был. И он может подтвердить, что ты был дома? Ну, конечно, может. Понятно. А ты не покажешь свой ученический билет? Нет. Нет? Я не покажу, я его потерял. Угу. А где, случайно, не помнишь? Это я не помню. Если помнил, то, наверное, пошел бы и нашел. Понятно. Это он? Да, он. А где он был? В ларьке. В каком ларьке? Который был разгромлен и в котором жестоко избили его хозяина, армянина. Ты об этом что-нибудь знаешь? Нет. Ясно. А как же туда попал твой ученический билет? Я понятия не имею. Борис Максимович, можно я пойду? Если у вас нет больше вопросов? Да, в общем, нет. Иди, Кирилл.
Я знаю его с первого класса. Я очень сомневаюсь, что он может иметь к этому какое-то отношение. Возможно. Вполне возможно. Может, чайку? Нет, спасибо. Мне надо идти. А, понимаю. Давайте провожу. Спасибо. Ну, вот видите. Да, я, собственно, видите, я же не сомневался, что все как бы разъяснилось. Вы уж извините меня. Ну, работа... Ну, нет, нет, вы все правильно. Вы все держите. Не, я все понять не могу, а? Как так? Самый адекватный парень в школе и вдруг попадает в хит-парад местных безумцев. Все любовь, зараза. Да. Гормон, ударяющий в голову, полностью нейтрализует мозг. Я-то это хорошо знаю по себе. Стой! Игнатьев! Что? Слушай, а зачем участковый приходил? Ну, мало ли, какие у него могут быть дела. Ну, он же с тобой разговаривал. Чё тебе надо, ворона? Да я не понимаю просто, что происходит. У тебя какие-то проблемы серьезные? Не надо мне помогать в решении моих проблем. У тебя все равно не получится. Да почему это? Да потому что у меня нет проблем. Нету. То есть ты мне хочешь сказать, отвали, Воронина, без тебя тошно, да? Да, я так хочу сказать. Вообще, я ученический потерял. Делов-то. Сходи к Березке, она тебе новый напишет. Да он уж нашелся. Значит, дело не в билете? Нет. Слушай, что ты прикопалась ко мне, а? Да я просто не понимаю, что происходит. Хочешь какой-то психованный? На нас с Мигелем наорал, чуть не побил. Ты там в этот свой спортклуб ходишь? Может, тебя какими-нибудь таблетками кормят, а? Ну, чего ты молчишь-то? Жду, когда закончится твой словесный запал. Хочешь меня обидеть? Да я очень хочу тебя обидеть, Катя. Я просто ночами не сплю, думаю, как бы посильнее обидеть мне Екатерину Воронину. Вот это мне уже нравится. Я рад. А давай будем вместе ходить в этот твой спортклуб? Ну, там, мутузить будем друг друга. Давай не будем, а? Понятно. Что, к литре готовишься? А? Я говорю, стишок повторяешь, да? Какой стишок? Ну, этот, Мандельштам или кто-то. А, не. Слушай, Кирюх, а что к тебе мент приходил, а? Я ученический потерял. И что? А мент его нашел. Да, и тебе принес? Да. Молодцы, хорошо работают. Я не могу понять, где я его мог потерять. Ну, какая тебе разница? Большая разница. О, слушай, а когда ты его потерял? Недавно, я не помню, вчера или позавчера. Помню, карточку покупал в метро. Ну, без билета бы тебе карточку не продали бы. Ну да. Где ты еще был? В школе, дома, в метро. О, вот, в метро ты его обронил. Да вряд ли, потому что он у меня все время в кошельке. Чей, кошелек пропал? Кошелек на месте. А ты его из кошелька вытаскивал? Вытаскивал. Вчера, когда ехал на тренировку. Показал в автобусе контролёрам, а потом сунул в карман трико. Вот-вот-вот-вот. Наверное, в клубе спортивном потерял, да? Или возле клуба? Наверное. Эй, ты чё застыла? Эй, на баркасе! Точно псих. Николай? Да, это Кирилл. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Как мой ученический оказался в разгромленном ларьке? Что? Подойти и разобраться? Ты сам бойся. Буду в три. Парень, ты настроен крайне решительно. С шашками на танке? Надо помогать Игнатьеву. Помогать. Так. Ага. Алло, Зарецкая. Да. Помаши в камеру ручку. А теперь слушай внимательно.
Дашка, привет. Вячеслав, у Игнатьева проблемы, ты должен ему помочь. Ничего себе. С какой-то стати Слава должен помогать твоему бывшему. Не лезь, пожалуйста. Я бы на твоем месте, Слава. Ярик. Но я не на твоем месте. Что у него стряслось? Маслов, звонок прозвенел. Ну, я готовился. Так. Откуда ты это взял? Кирилл дал. Игнатьев? Ну да. Скажи Игнатьеву, что после урока зашел ко мне. Это пока останется у меня. Мне Маслов сказал, вы меня вызывали? Я вызывал. Я думаю, ты догадываешься, по какому поводу. Догадываюсь. Борис Максимович, я правда не знаю, как туда попал, мой ученический. А, я... Насчет вот этого. Вижу, узнаешь. Садись. Понимаешь, что получается? Этот ученический, а теперь, судя по всему, по твоему совету, ученики нашей школы изучают вот эту литературу. Вы думаете, что хотите, но я, правда, никому ничего не советовал. Хорошо, я верю. Тогда так. Мы с тобой в последнее время часто встречаемся, все время по каким-то нехорошим поводам. Мне эта тенденция очень не нравится. В твоей жизни совершенно ясно что-то происходит. Не переживай, я не собираюсь выяснять, что конкретно. Мне кажется, что ты уже достаточно взрослый и умный парень, чтобы самому заглянуть в себя и понять, что в твоей жизни пошло не так. Скажи, это так или я ошибаюсь? Да. Ну и замечательно. Тогда я очень надеюсь, что ты во всем разберешься сам. Прошу тебя только сделать это как можно скорее, хорошо? Хорошо. Иди на урок. А еще говорят, что книга – источник знаний. Смотря какая книга и какие знания. Здорово, Игнатьев. Здорово, как башка? Ничего, ты куда намылился? Тебя это не должно волновать. Спортзал, да? Ну, я иду с тобой. Откуда ты знаешь? Особенности помещения. Все время забываю, но ты мне там не нужен. Я же сказал, я иду с тобой. Я повторяю для электроников. Ты мне там не нужен. Ничего не получится, слащавый. Меня Даша попросила. Пойдем.
дергайся ты, они разберутся. Да, попали. Ничего не скажешь. Как в страшном сне. Да уж, только не проснуться никак. Понимаете, товарищ милиционер, у нас обычный спортивный клуб. Дети и подростки занимаются физкультурой и спортом. У нас есть грамоты и дипломы участников городских, областных и даже всероссийских соревнований. Так, подождите. Давайте, ну, ближе к сути обвинений. А я к сути обвинений. Мы работаем на общественных началах. Наша главная задача – это здоровье детей и подростков. Когда появляются такие вот ублюдки, как эти, руки опускаются. Они же тоже где-то занимаются. И если наша работа будет приводить к насилию, то зачем она вообще нужна? Так, подождите. Вы утверждаете, что один из них позвонил вам сегодня и предложил встретиться? Да. И попросил денег? Да, он сказал, что будет нас защищать. Мы будем платить. Ну и что дальше? Понимаете, я честный человек, я испугался. Позвонил вам. Ну, что сказать, правильно сделали. Таким подонкам место за решеткой. Я привык такого рода проблемы решать через милицию. Спасибо. Ты что делаешь? Да тихо ты. Я трубу пронес. У Даши отец прокурором работает. Должен помочь. Кирилл, в каком отделении? 27-е. Ага. Убирай. Поздно. Так, мобильник сюда. Да, конечно. Вот, пожалуйста. Не успел? Успел.